Салют, Франция. Сейчас будет реакция на Hugo TSR. Песня Lahead. Много народу просили ее, потому что здесь этот чувак пару строчек по-русски говорит. И поэтому все хотели услышать реакцию. Привет-привет. Салют, Франция. On pose sur une face bénique sa mère. La défaite me laisse des goûts amers. Là je dors mal, j'ai pas sommeil, je dors mireille que comme maman aura vu sur la mer. T'es dans la mire, on en a marre. Да я, конечно, не люблю черно-белые клипы. Ну, может, что-то там поражает такое это. У Франции и так-то солнечных клипов почти не бывает. Все темные какие-то. Еще черно-белый делать зачем-то. Знаешь, кукольный голосок. Ça se bute pour un centime dans des bourges insensibles. Tu meurs trop en bruit infantile. Ça se vide quand vient l'été, ça pète les désarmes. Mais trop vite, plus long septembre. Ils font que des bois de couleur gratte-ciel. Quand au marché, tu trouves du seum entre les prunes et les pastèques. Je me suis jamais rendu, je résiste à ce monde en plus tendu. 18ème merde, je me cherchais plus. Les jardins suspendus, tu mets les pieds. Les gueules qui dansent, c'est la toile. Dans ta ville, de l'autre côté, t'as pas fait. Marche les gueules, dans mes gueules, les cafés éreintés. Je roulais un terre, je voulais un thème. Et j'ai que la vue du sacré cœur. Ça dégueule, ça roupille, pas de looping, la routine. Я бы не полез туда. Что-то пока не слышно, чем по-русски говорят. А может, и не в этой песне. Я тоже раньше играю. Блин, он там прыгает, чуть ли не через крышу. Давай-давай, Курова, он сказал. Может, он русский или там? Курова же, это, по-моему, кстати, не русское слово. Пипец, как Спайдермен какой-то. Да штаны-то какие, да? Видишь? Ну. Ну они типа, чтобы, ну как бы. Это они специально для паркура. Что-то Алькатрас сказал. Да, лицо тут так и не покажет, что ли. Какой-то серый город прям. Давай-давай, Курва. Ничего не поняли без текста. Но клип прикольный. Ну, на самом деле, не очень прикольный. Криминально-мрачный. Да? Ну, он какой-то такой мутный. Депресняк какой-то. Да, какой-то депресняк. Да. Ну так вроде ничего там, что там русские слова добавили нам. Интересно. Ну, напишите в комментариях, он из России, выходец из России или из какой-то другой страны. Да, потому что лица не видно, мы так и не поняли. Ну, мне кажется, ну вот эта вот Курва, это, наверное, не русская. Говорю, как-то я думаю, что это на Украине это слово говорят, в Польше говорят, может, и в Сербии говорят. В Польше это точно, это их происхождение этого слова. Ну, наверное, да. Ну, а так смысл как бы особо непонятен. Ну, какие-то протесты против системы, наверное, что-то там, граффити, полиция. Ну, как песня переводится? Наверху. О, по верхам, все по верхам. Ползает. И там и репетирует, и скачет, и бегает. Ну, страшно, конечно, по самым карнизам там бегает. Может, типа, наверху, типа, полиция там не достанет, типа, прячется там. А может, наверх залез, потому что он там себя свободно чувствует. Ну, может быть. Такое, да, ну, такое впечатление. Ну, я, кстати, другие песни слышал. У меня в плейлисте есть, так что мне нравится этот артист. Он такой, у него стиль рэпа такой, ну, старый. Как бы не так, как сейчас читают рэп. Понятно. Больше такой олдскул. Что, ставьте лайк, ребята, да. Подписывайтесь на канал. Еще напишите в комментариях, о чем была песня.
И да, заходите на мой инстаграм и на сайт russianzrap.com, покупайте оставшийся мерчендайз. Салют. Салют. Ça se bute pour un centime dans des bourgeois sensibles. Du meurtre aux embrouilles infantiles, ça se vide quand vient l'été. Ça pète les tailles et les bouches d'incendie. Les bambins grandissent, bientôt ils se disent grands bandits. Brigands, ils brandissent les armes et se font vite prendre. Depuis le 11 septembre, ils font que des bas de couleur gratte-ciel. Quand au marché, t'y trouves du seum entre les prunes et les pastèques. Je me suis jamais rendu, je résiste à ce monde en flux tendu. 18ème...